Давайте не будем ничего обучать, сразу предскажем, а вдруг уже сразу работает. Напишем некоторую функцию predict, внутри она будет очень простая. Там будет вызов метода forward. Как раз метод forward у нас написан, он вот реализован. И если вы передадите туда некоторую переменную x, на выходе у вас будет некоторый prediction. Да, то, что мы хотим, одно число. И далее есть некоторый код, который рисует вот этот prediction. Давайте посмотрим, что происходит. На самом деле два графика. Синим обозначен ground truth, то, что мы бы хотели на валидации увидеть. Иксы — это то, что мы передаем в сеть, а игреки — это то, что мы бы хотели, чтобы сеть вернула. А красными точками обозначено то, что сеть нам предсказала. Ну и нетрудно догадаться, что так как у нас сеть была инициализирована случайными числами, то есть когда вы задаете слои, они инициализируются некоторыми случайными числами, то на выходе у нас получилась, ну, некоторая случайная кривая, она может быть разная в зависимости от запуска,